посадке такой субстрат с мха. Есть плюс, который можно использовать. Плюс это тот, что корневая развивается настолько быстро, что когда мы ставим на такой стакан, то корни прорастают в этот стакан. И когда мы поливаем, то вода стекает сюда, и тут вода остается. Мы ее не сливаем. Ну, желательно следить, чтобы вода ни в коем случае не поднялась до уровня горшка. Ну, желательно, оптимально, если воды будет примерно половину. И вот когда корни прорастают сюда, то получается как бы пассивная гидропоника. Для того, чтобы облегчить прорастанию туда корням, можно частично в горшке, сейчас я покажу, вот сделать просто отверстий больше. Ну вот в таком горшке достаточно вырезать вот серединку. Вот тут отверстий много, они крупные, и с середины мы еще вырезали. И когда мы мох сюда кладем, он не вываливается, вы видите? Вот. Он прекрасно держится, потому что он очень грубый, грубоволокнистый. И таким образом корни прорастают. И огромный плюс в том, что когда растение, даже когда субстрат полностью высохнет, стрептокарпус будет питаться уже вот с этой емкости. И это исключит его увядание. И можно увеличить периоды между поливами.